Привет, дорогие мои. Меня зовут Артур. Сегодня мы поиграем в инди-хоррор под названием The Forest. Давненько я за них не брался, но, как вы знаете, Даша подготовила для меня целый список игр, в которые нужно поиграть. И про эту игру я слышал довольно много, так что надевайте наушники. Будем надеяться, что это будет достаточно кирпично. Как бы банально эта шутка не звучала. Так, хорошо. Ну, мы в лесу, это... Не странно, учитывая, что игра называется The Forest. Походу, выехали куда-то дикарями. И явно этому с наступлением темноты не рады. Люди! Хорошо, пойдемте разбираться. Похоже, в палатке оставаться не вариант, потому что кто-то кричит из леса. И я бы, честно говоря, никуда бы не пошел. Пусть все кричат. Потому что у них там праздник, я не знаю. Конечно. Пойдем по тропинке, потому что в чащу я бы точно не полез, а так посмотрим, может кого и найдем. Ау, кто там кричал? Ой, темно как, ничего не видно. Но, по крайней мере, признаки цивилизации налицо. Этот туман. В последних играх. Раньше я играл слишком много зомби в последних играх. Тут туман после всех этих Silent Hill'ов. Уже не могу на него нормально смотреть, он меня пугает. Ничего не происходит, можно возвращаться и идти спать. Нет? Нет. Тихо. Здесь кто-то есть? У меня фонарик. Ой, как коряк, да? Видимо, молния шарахнула. Как роща какая-то. Ой, что-то я отвык от хорроров, это пипец в наушниках, блин. Так, у нас налево пойдешь. Умрешь, направо пойдешь. Умрешь медленно и мучительно. Пойдем направо. О, еще одна развилка. Откуда же кричали-то? Давай туда пойдем. Что это там такое? Там у нас лесоруба. Лесорубы, когда пьяные, страшное дело. Пойдем лучше сюда. Хибарка, отлично. Что-то мне подсказывает, что эта игра наподобие Слендера. Нужно искать такие штуки, да? Одна бесполезная бумага. Круто. Это как сторожка какая-то, что ли. Я так понимаю, здесь все нужно обходить, потому что иначе будет край. Нужно будет найти все бумажки вообще. У меня вообще вот эта вот смысловая такая цепочка, она маленько удивляет. Ну и чего найду я все листочки, допустим, Слендер что, ко мне добрее станет относиться, что ли? Интересно, а кто же меня ждет здесь? Господи, куда я иду? Я тут совершенно не соображаю. Я брат. Ну нахрен. Ладно. Увидели там. Что-то летело, что ли, я не знаю. Фонарик, я надеюсь, не. Тихо. Что это за хрень вообще? Я не буду оборачиваться, оно прямо у меня за спиной, наверное. Это выглядит как какой-то, я не знаю. Еще не поздно вернуться к палатке, разжечь костер и петь походные песни, потому что это определенно кончится плохо. Надо было туда идти. Почему я всегда выбираю худшую дорогу?
люди. У меня что, мобильника нет? Почему я не могу позвонить в полицию и сказать, что кто-то где-то кричал? Я-то пойду к озеру. О, это же озеро. Я тут не был. Я же говорил, это плохая дорога. Какая-то хрень за мной. Бежит. Это девочка? Со страшными черными волосами и тюлью на... У меня есть топливо. Вашу мать! Ай, шеф! Какого хрена? Че это? Альма пришла за мной. Альма. Она ненавидит меня после того, что я с ней сделал в первых трех частях эфира. Просто валим. Если вы ничего не видите, это нормально, я тоже не вижу. Какого хрена? Я бежать не могу, уже она просто загнала меня. Вот ну почему у всех персонажей такая одышка на ровном месте, я не знаю, ничего... Я тут был, нет? Я тут, по-моему, не был. Открой. Где она? Ладно, я не буду бежать пока, потому что это... Она там, да? Нафиг я в чащобу. Да я не могу бежать, просто уже все. Не знаю, как бы я себя вел, если бы я на самом деле увидел такую хрень, но одышка я бы точно не страдал. Я бы петлял так, что пятки сверкали, пока не знаю, оказался бы в совершенно незнакомом месте. Давай, отдышись маленько и пойдем куда-нибудь в другое место. Знаете, после таких игр я никогда не приеду на природу дикарями. Это точно совершенно. Ну, чё, нормально изловило. По сути, то есть, ну, гейм, как говорится, ова. По сути, неплохой клон Слендера. И надо сказать, что Слендер уже надоел, а эта девочка, она такая, ну, что-то новенькая. Давайте вторую карту посмотрим. То есть все стандартно. А тут мы уже приплыли на лодке. Круто. И что нас теперь вообще побудило идти в лес? Я бы приплыл на лодке, увидел бы вот такое вот, я бы развернулся и поплыл бы домой. Ну да ладно. Сделаем вид, что ничего не было только что. Люди! Hello! Anybody? Somebody? Call the 911. А, то есть, получается, с самого начала следит, да, за нами, как бы издалека поначалу, потом все ближе и ближе. Дыхалку, я так понимаю, нужно вообще беречь, потому что наш персонаж здесь... О, давайте посидим. Наш персонаж здесь вообще никакой. Есть ощущение, что мы играем за человека, не знаю, грузного, что ли, потому что пробежать 5 метров и запыхаться в смерть... Я не знаю, кто еще может... Мистический кристалл. Да, это определенно то, зачем мы сюда приехали. А, короче, знаете, кто мы? Мы оккультист, который знает, что это место проклято, но здесь можно найти несметные богатства. Поэтому приплыли сюда, думая, что все вот эти вот слухи о страшной бабаке, обитающей здесь, это просто слухи. Жажда наживы нас привела. Так, пойдем в горы. В горах всегда веселей. Так, ну, пусто.
Здесь, я так понимаю, так. А, там, короче, было, да? Здесь, я так понимаю, такие вот избушки. Это место, которому стоит идти. Хорошо, еще одна. Какого черта вообще? Зачем я здесь? О, еще один кристалл. Так, здесь мы собираем кристаллы. Окей, 5 штук нужно. Зачем нам 5 кристаллов? Для ритуала. Не знаю, вообще вот сейчас вот, когда я такую предысторию придумал, я себе представляю главного героя, такая косматая баба, такая на цыганку похожая, я не знаю, все в платках такая, ходит там, ай, на-не-на-не, позолочу руку, с кольцами в ушах огромными. Не знаю, ну, потому что в здравом уме ни один человек не пойдет в такое место. Хорошо, лесопилка, лесорубов вроде не видать. Плотники. Есть что-то прям поселочек. Блин, я застрял. Нет, вроде худой. Так, третий. Могу быть прикол, если я сейчас 5 найду сразу тут. Ну, короче, нет, один лежал. Хорошо. Видимо, тупик. Пойдем дальше. А здесь себя как-то эта сущность не особо проявляет, да? Чего ей надо вообще? Что она делает в этих лесах? Похоже, тут кого-то в свое время жестоко убили, и теперь оно преследует зазевавшихся путников. Оп. Скатились с горочки. Весь подол в грязюке. У нас один путь, я так понимаю, сюда. Больше ничего не можем. Хорошо. Там наверху еще одна. Там мы найдем четвертый кристалл, я думаю. Да нет, вроде спокойно. Показалось. Короче говоря, все эти слухи о том, что здесь живут злые духи, это все сказки. Как я и говорил, ха. Буду богата. Четвертый. А где же пятый? Ну, вроде все, обошли, нет? Фу-у-у. Что это было? Бежим, 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 бежим. Надо было лучше спортом заниматься, чем... делами. Так, хорошо, просто бежим. Я запыхался. Не, я запыхалась. Все, валим. Валим. Там я был. Была. Вот тут еще, по-моему, была какая-то развилка. Подожди, вон там. Там лесорубы же, нет? Ну, давай попробуем. Пьяная дорожка, кривая. Так. Давай. Ну. Ох, блин, нет. Чешем дальше. Опять развилка в три стороны. Вот, смотри, избушка. Все, я не могу, я уже просто... уже такая... я уже все. Нет. Блин, она прям рядом со мной постоянно. Я не могу бежать. Давай. Вон она. Вот, по-любому там. Давай. Ну, пожалуйста. А, черт. Дорога в горы. Там определенно будет что-то хорошее. Блин, она прям за мной. Я слышу этим ук-ук, как она появляется. Да, блин. Я, короче, прыгаю, там, по-моему, еще развилка была. Давай. Скатились. Так, вот тут я был. Мне вот туда осталось сходить.
Если так. Не будьте гадалкой богатой. Короче, вот такая игра, по сути, мне понравилась. Ну, это Slender, просто здесь модель заменили, и, по сути, концепция вообще точно такая же. Тем не менее, игрушка вполне себе неплохая, просто вот такого рода игры меня уже не слишком сильно пугают. Но скримеры есть скримеры, напугался. Надеюсь, вы тоже. Увидимся в других хоррорах, к сожалению, так и не смогли мы ничего собрать. Но понимаете, что в таких играх, когда собираешь все, это не помогает. В конце ты все равно видишь скример, тебя убивают, и все окей. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в других хоррорах на канале. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока.